Всем привет! Очередной вылет на Ефронте. Все та же карта с одним крылом. Красная ракета, значит противник где-то рядом. Попробуем за халявой. Халявы не будет. Только заход не пропустить. Ага, есть. Заходит на меня мессер. Скорость подсела. Срывается самолет без скорости. Он тоже на доворот подсела. Видно у него заднее колесо, это скорее всего Г4. Либо Г14, скорее всего Г4. Ну вот, теперь мессер на утек. Попал. Еще раз попал. Беру пока обороты. Я намерен долго летать. Вот еще один. Еще один откуда свалился. Маловато скорость у меня. Вот уже F4. Меня пробил, меня болтает всего. Но я ему так просто не сдамся. Сидит это злобный немец. Вот он. Пробить, я могу его не догнать. Еще раз попал. Надо было попасть хорошо.
еще разочек. В этот момент я его потерял, но его особо сильно не искал, потому что знаешь, его хорошо пробил. Он тут уже землю пашет, вот, осваивает мирные профессии. Бой с записью, я как бы стараюсь передать те эмоции. Очередной. Всем спасибо за просмотр.